Всем привет, с вами я, Даша Монакова, и это канал о музыке, вокале, сонграйтинге и музыкальных телешоу Easy Music. Не переключайтесь! В этом выпуске я буду делать вокальный разбор восходящей поп-звезды Дуа Липы. Писала девушка песни, выкладывала кавера на YouTube, и лейбл ее заметил. Ее жизнь похожа на ту жизнь, о которой все мечтают. Дуа — британская певица албанского происхождения, насколько я помню. Ей всего сейчас 24 года. Warner Music Group ее заметил в еще подростковом возрасте, когда ей едва исполнилось 19 лет. Также она обладательница премии Грэмми как новый артист. Нормальные такие достижения для 24 лет. И, кстати, совсем недавно у нее вышел новый альбом, но про альбом я упомяну немного позже, в конце видео, поэтому смотрите до конца. Может показаться, что у нее совсем непримечательный вокал, но это не так. Она использует очень много вокальных приемов, что делает ее достаточно узнаваемой. Давайте же исследовать, что она такого хитренького делает. I need your love, and I'm dying for the rush, 'cause my heart ain't got enough. Эти обозначения в современной музыке достаточно условны. Я тут больше на окрас голоса ориентируюсь. То есть тембр густой, плотный, по звучанию напоминает английский рожок. Похожие типы голосов, как у Pink, Кэти Перри, Адель, Ани Ленокс и так далее. No more. Похоже, да? При этом всем у нее достаточно простые песни, примерно диапазон одной октавы, но это сделано не просто так. Например, она поет гораздо проще Адель. Просто разница в том, что у Адель более вокальная музыка, чем у Дуа Липы. И также это обусловлено определенной публикой. У Дуа Липы более молодежная публика, и там нету акцента на вокал как таковой. То есть вокалом здесь не обязательно хвастаться, согласитесь. В танцевальных жанрах главное, чтобы музыка запоминалась, чтобы ее можно было легко спеть. Песня Адель не каждый может спеть в ноты, а вот песни Дуа Липы может спеть большинство людей в ноты. В вокале не главное, насколько высоко или насколько низко, там, или насколько технично ты поешь. Если у тебя есть свои фишки и тембр, этого уже достаточно. Это как раз случай Дуа Липы. Она достаточно стабильно поет в своем диапазоне. И это хорошо работает для поп-музыки, для танцевальной музыки, для поп-рока. Ну, начнем разбор. У Дуа изначально очень красивый и интересный тембр, которым она умеет пользоваться. Также она поет, как разговаривает. And that was first of all because I wanted to spend a lot of time trying to figure out exactly who I was and what I wanted. То есть зачастую она использует технику speech, то есть речевая техника. Пою, как говорю. В основном, если вы послушаете запись ее речи и запись ее вокала, все достаточно совпадает. То есть, если я с вами разговариваю, и тут я начинаю петь вам, ну да, и примерно это в речевой позиции будет. Отсюда, от ее разговорного тембра, идут интересные атаки звука. Немного с сипацой, с неким подрывом. Я думаю, это природная особенность, ежели какая-то прямо отработанная фишка, которая найдена и использована по назначению. То есть у нее на атаке звука немножко подсрывается голос, то есть она уходит немножко на такой легкий субтон и входит в полную массу голоса. Также в атаках есть vocal fry. All of the flashing lights, these lane nights. Wanted to get across. It was just such an exciting process through my album. Это достаточно современный прием, который используют очень многие артисты. Поп, R&B, соул-музыка, в общем, практически везде. Также это хорошая основа для рок-вокала. У Дуа Липы преобладает толстая масса смыкания связок. Я думаю, это тоже некоторая природная особенность. То есть Дуа Липе даже на высоких нотах достаточно удобно белтить. А белтинг — это вокальный крик. Это достаточно трудоемкая техника, которая требует хорошей поддержки тела. Что касается каких-то наработанных фишек. Брейки на субтон. На субтон. My love.
переход с толстой массы на фальцет дает интересный эффект на голос и подчеркивает эмоцию в каком-то роде. Она не использует плотный миксовый звук. В основном на тонкую массу она примешивает воздух, что дает эффект субтона. А за счет тембра такого песочного он получается достаточно хрустящим у нее. Но у нее он такой более сипловатый. Но есть еще другие интересные моменты. В голосе явно присутствует американская школа, хотя она британка. Об этом говорит тванг на открытых гласных. Причем он у нее более назальный. Тванг изначально пошел от американцев, даже больше от афроамериканской школы. Back, calm, strong, вот немножко такой с назальным призвуком. Один маленький моментик. Вот у нас русскоязычные певцы иногда правильно все произносят, правильно поют, но в их пении отсутствует тванг. То есть определенные слова в английском языке, в которые необходимо добавлять тванг. Вы же не будете петь «I'm strong», «I'm strong», «I'm strong». Акцент тогда будет съедаться сразу же. То есть это уже как свойство языка. Причем заметьте, тванг — это не пение в нос и не закрытие мягкого неба. Это именно свойство мышцы. Если хотите видео про тванг, обязательно пишите это в комментариях и ставьте лайк. Может быть, я сделаю такое видео. Также она поет немножко сквозь зубы, при этом добавляя тот же тванг. Такой выходит пассивный очень звук. Я уже и так назвала достаточно много нюансов в ее голосе, но есть еще один нюанс. Distortion. Да, она использует его нечасто, но главное как. Maybe I am just not enough. Тут тоже момент, что природа и тембр позволяют пользоваться этим достаточно в удобном режиме. Так как голос с сипотцой, есть способность безболезненно, без препятствий уходить на ложные связки. Например, у певицы Pink примерно такая же манера исполнения. Мне очень нравятся такие голоса, они звучат очень фактурно, с неким перегрузом небольшим, с песком. Дуа Липа все, конечно, круто, но над танцами нужно поработать. Сейчас Дуа Липа выпустила новый альбом Future Nostalgia. Альбом мне очень понравился, я слушала его несколько раз. Но, конечно, нельзя не отметить, что новыми артистами занимаются, особенно теми артистами, которые держатся хорошо в чартах, чьи синглы продаются, чьи альбомы продаются, прошлые, например, первые. И она не одна занималась хорошим этим альбомом. Все сделано на высшем уровне. А теперь посмотрите, сколько людей работало над этим альбомом. Предоставилось работать с столькими людьми, я бы, наверное, не знаю, 500 Грэмми заработала. И радует то, что Дуа сама пишет песни, и она не просто поющая голова. Да и посмотрите, она еще пресс накачала к новому альбому. Саунд альбома получился в таком поп-диско-стиле, в лучших традициях 80-х, 90-х, 2000-х, вдохновленный Мадонной, Outkast, Молоко. Дуа и ее команда писали альбом 2 года, что, в принципе, нормально для хорошего альбома. Но я читала, что было записано больше 60 треков, но и половина из этого всего туда не вошло. Она даже сотрудничала с такими гуру, как Макс Мартин, Марк Ронсон, но ни одна из коллабораций не попала на альбом. Вы должны понимать, что любой исполнитель, который работает на большом лейбле, не пишет песни в одиночку. Даже Эд Ширан. За самыми продуманными, хорошими альбомами стоит уйма людей. Там работает целая команда. Я лично не вижу ничего в этом такого. А вы как считаете? Напишите комментарии. Переходим к выводам. Я сначала очень скептически и настороженно относилась к ее персоне. Как и ко всем новым артистам, впрочем. Потому что бывают артисты одного сингла, либо одного альбома, а потом о них ничего не слышно. То не знаю, как там, Call Me Maybe, So Call Me Maybe.
Я только эту песню одну, я знаю. Или там «Носа носа», «Сивы сами мата». Даже «Диспосита». Вы знаете хоть одну песню вот этого, я даже не знаю, как его зовут. Но те альбомы, которые она выпускала, те синглы, которые держались в чартах, говорят о том, что она не промах. Надеюсь, ей удастся войти в историю, как это сделала в свое время Леди Гага, либо Кэти Перри. Но, естественно, надо пахать и пахать. Итак, с вами был канал Easy Music. Не забывайте подписываться, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить будущие выпуски, особенно разборы вокала, они каждую неделю появляются здесь. Ставьте лайки, не забывайте рассказывать о канале своим друзьям, музыкантам, не музыкантам, фанатам Дуа Липы, всем-всем-всем. Пишите, что вы думаете об этом выпуске в комментариях, мне будет очень приятно почитать ваши фидбэки. Увидимся в следующих видео. Пока! 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 Пока!